1 июля 1958 года на карте промышленности города появилось предприятие энергетической отрасли «Пинские городские электрические сети», благодаря которому город растет и развивается. В домах горожан тепло, светло и уютно, а предприятия, организации и учреждения работают в штатном режиме, без срывов и аварий. С момента создания и до сегодняшнего дня один из крупнейших филиалов государственного предприятия «Брестэнерго» постоянно развивается, успешно реализует проекты модернизации, внедрения новых технологий и укрепления материально-технической базы. Представляем презентацию филиала «Пинские электрические сети» республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго». 1 июля 1958 года – официальный день рождения «Пинских электрических сетей». В 1960-1980-е годы Пинские электросети активно вели строительство линий электропередачи и подстанций. Начиная со второй половины 1970-х годов, внедрялись средства телемеханизации и автоматизация воздушных линий электропередачи 10 кВ. В последнее десятилетие 20 века шла реконструкция существующих подстанций и линий электропередачи. Значительное внимание уделялось совершенствованию производственных площадок в районах электросетей, оснащению мастерских и обновлению административно-бытовых помещений. С конца 90-х годов начался процесс внедрения цифровых устройств релейной защиты и автоматики. На подстанциях разработаны новые схемы и установлены комплексы нового поколения на крупных подстанциях во всех районах электросетей. 21 век коллектив предприятия вступил, имея богатейший опыт электрификации Полесья и грандиозные планы по совершенствованию электросетей. В настоящее время филиал «Пинские электрические сети» — современное и эффективное электросетевое подразделение республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго». В его составе высоковольтный, пинский городской и пинский сельский, драгичинский, столинский, ивановский, лунинецкие районы электросетей, ряд отделов и производственных служб. Общая численность персонала – 882 человека. Филиал обеспечивает электрической энергией 205 857 бытовых абонентов и 598 населенных пунктов Брестской области, а также 13 720 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основное направление деятельности – обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования электроустановок, сооружений и передаточных устройств, обеспечение необходимых условий для безопасности труда, организация работы с потребителем по обеспечению своевременности расчетов за отпущенные энергоресурсы, своевременное и качественное выполнение ремонтных и эксплуатационных работ, гарантия надежности и стабильности. Снижение роста аварийности за последние 5 лет в целом по филиалу снижено практически в 2 раза. По городу Пинску в 3,4 раза. Филиал успешно реализует проекты модернизации, внедрения новых технологий и укрепления материально-технической базы в рамках выполнения государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Реализованы важнейшие проекты – установка электрокотлов на западный мини-ТЭЦ в городе Пинске и реконструкция электрических подстанций, прилегающих к сети «Березовская ГРЭС», обеспечивающие энергетическую безопасность Республики Беларусь. В ходе модернизации активно ведется замена электромеханических приборов учета на электронные и внедрение автоматизированных систем учета электрической энергии в бытовом секторе. За последние 5 лет эффективная работа коллектива предприятия по надежному и бесперебойному электроснабжению Полесского региона отмечена наградами за достижения в производственной деятельности. В 2019 и 2021 годах филиал – победитель городского смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. По итогам 2021 года первое место по охране труда в Брестской области среди организаций производственной сферы со списочной численностью работников свыше 500 человек. В 2020 году второе место, а в 2021 году первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда по республиканскому унитарному предприятию «Брестэнерго». За период с 2017 по 2021 годы филиал 7 раз признавался победителем производственного соревнования среди коллективов филиалов «Брестэнерго» и «Белэнерго». В 2022 году филиал занесен на городскую доску почета Пинского городского исполнительного комитета.